Приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ромлери. И перед вашими глазами новая часть «Восхождение Анали». Time is a force no mortal can stop. To survive longer than an instant, alliances must be forged. Work together to slay the beasts and gain valuable moments needed to extend your life. Выживайте в режиме суд богов, убейте слуг богов, чтобы добыть милость и время. Это совместный режим для двух игроков и пользователю Лазеран 18 повезло. А мне не повезло, потому что я впервые играю в этом режиме, я его решил попробовать, потому что мы вдвоем. Вроде как, возможно, что когда-нибудь еще будет отдельный режим для этого. Но а пока что просто посмотрим, что тут творится. Конечно, все полностью переделано под Ascension, под все, но карта полностью абсолютно переделана из God of War 3, насколько я могу судить всему, что вижу. И да, скорпионов убивать так же весело, как и в God of War 3 здесь. Это нечто вроде... Вау, ты подзарядился там, подкачался, что ли, как-то... Через какой-то астральный портал, что ли. Что-то было очень крутое сейчас у Лазеран 18. Да, спасибо, Ghostkiller Did. Спасибо. Я, правда, вообще не понимаю, как дальше буду жить. А, вот, блок. Я вспомнил блок очень вовремя. Так. Все очень плохо. Все очень плохо. И меня спас, спасибо. Ну и, конечно же, займемся сатиром, убьем его. И каждый из нас получил по сундуку. Круто. Я, видимо, передвинул вперед на локацию. Какой-то рубильничек. Да, сейчас это тут подъедет. Да, это все по мотивам God of War 3. Что круто. Это, видимо, приглашение нам пойти на второй раунд. Вообще камера как ушла далеко, и это полностью почти напоминает уже реально God of War 3, реально God of War Ascension. Ну то есть сингл почти что напоминает, мне нравится. И еще одного скорпиона давайте. Ну что вы там лезете? Вот так я вас, и вот так, и вот так. И я забыл, как магию делать, представляете? А нет, все вспомнил. R2, получится ли что-то с этим? Ну так, кисленько, но что-то вышло. Так, я даже не знаю, скорпионов давайте поубиваем. Может, они дают все-таки здоровье. А, вон здоровье. Сейчас я туда побегу. Так. Ой, братиш. Сейчас, чёрт. Да что ж такое-то? Подожди, все, вроде, да? Покарал я еще теперь и сирену, и Сивиллу. Прям каждый враг особо отмечается. Еще одну сирену Сивиллу я, видимо, замочил. А теперь дело за слоном, которых... Вот так я от тебя ушел. Ох, ох, плохо дело, их двое. Вообще, в этой игре, конечно, уход от противников медленнее гораздо. Так, смогу ли я что-то сделать с этими ребятами? Давайте, куч-куч-куч-куч-куч. Отлично. Второй раунд. Время. Он еще и на время. Ё-моё. Ох, беда. Так оглушил. Не знаю, успеет ли он мне помочь. А, он убит. Твою ж. Мы побеждены, я понимаю, да? Сколько смогли? На самом деле, серьезно. Даже удивлен, что смог столько продержаться. Потому что, я вам говорю, я вот запустил сейчас. Вот буквально Лазеран мне написал. Сыграем в God of War? Я такой... Можно, потому что сейчас вот у меня есть как раз время немножко. Ну, с ним поиграли вот так чуть-чуть. Чуть-чуть опыта я заработал. Спасибо, Лазеран 18, за игру. Спасибо всем вам за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всего вам наилучшего. С вами был Ром Лири. И до новых встреч!